Ух-ху-ху-ху-ху. Не, хорошая рыба. Бляха, еще ручей какой-то. Пахнет как-то странно. Сука, блин. Маленькие незаслуженные радости. Новое место. Надо какие-то жертвы приносить. Ну вот, приношу кончик. Теперь воблер самый забойный. Но за ним я вернусь. С топором. Ну вот наше. Блядь. Вот наше злополучное дерево. Стою на другом дереве. Тяжелая бляха будет. Черемуха, да. Ну все. Сегодня мы вооружены, так что... Оп. А вот и наш. А вот и наш. Ну вот такая операция. Минут 20 я тут калории жгу. Ну, в принципе, оправдано все было, потому что этот парень не случайный. Новое место, первый заброс с берега. Еще не зашел в воду даже. Нормальная рыбка. Удивительно. Апстримы. Не часто это дело. Ух ты. Блин, ну тут глубоко. Ты как ты съел-то, а? Догонял. Догнал ёшкин, матрёшкин, бляха. Ой, бляха. Куда-то я поехал. Ладно, иди-ка погуляй. Сумасшедшая. Так, мы сейчас будем доставать. Так, ну вот, все прошло безболезненно, полкилограммчика, прикольный пассажир, пока.
Ну вот. Непонятная была ситуация. Удар, конечно, был. Интересная история, что в этом месте рыба крупнее. Вот хожу по речке, где-то пойдем к ней. Где-то есть целые там километровые, двух-трехкилометровые участки с мелкой рыбой. А здесь крупная. Пореже, но крупная. В траву зашел. Он у нас клевал уже несколько раз до этого. Да, нормальная рыбешка. Сейчас бобра снаружи. Не пойму, за траву зацепился или нет. Ну вот. Что-то килограммом тут попахивает. Килограмм. Здесь такая то ли стайка, то ли... Они как-то не стайные, они единичные скорее, но крупненькие такие. Сейчас придется чем-то помогать. Правой рукой я взял. Подручно. Так, 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 тихо. Ах ты, быстрее. Быстрее на волю. Хорошая рыбка. Блин, а не сошел. Ну, красиво взял. Правда, без удара. Небольшой. Куда-то в кусты залез. Зараза. Такой длинненький. Ну, опять что-то в районе килограммчика. Приличная рыбешка. Хорош, хорош. Ну все, давай. Пошел. А вот, к слову, вопросе, клюет ли рыба в грозу. Ну, можно сказать, что не клюет. Боится, ведет себя активно, но не про нашего брата. В сети она лезет активно. Но за упорство, вот так вот в эпицентре газового фронта прилетают вот такие
сюрпризы, такие поощрения. Вот все-таки кто-то и влетел. И знаете, так неплохо влетел. Тут, честно говоря, не удержать. Но будем осторожны. Что-то очень неплохое. Очень неплохое. Если это не жаба, то очень хороший головлик. Или он забагрился? Или здоровый? Трава. Коряги. Бляха, зашел в говнище какой-то. Пойдем к нему. Но если он забагрился, то уйдет. Ох-ох-ох-ох. Не, хорошая рыба. Хорошая. Ошибок прошлого повторять не будем. Держим крепко. Зацепился, кстати, очень слабенько. Ну что, первый килограммчик. Точно килограммчик. Ну вот, гроза. Начало дождя. Ни одной поклевки. И первый трофей. Очень хорош. Целенький. Мы его не попортили. Ну все, выпускаем. Хорошая рыбка. Толстый-толстый. Пошел. Спасибо. Хорошая рыбеха.